Шарят Юбисофт на фоне, кони ржут и топают, кобыла тут на всех одна. Всаднику завидуют, британцы в красном маршируют и стреляют по врагу, а эгоист на лошади глядит в подзорную трубу. Орел смотрит на бой неравный. Бегут янки и хвалят подло в спины. Взлетает птица, расправив крылья. Парит меж веток, уклоняясь, в ассасина вдруг превращаясь. Прыжок в слоумо, подвинься, друже, ты ему мешаешь, против течения идет, и коня угнать решает. Руку убрал, оседлал, и в бой в одиночку поскакал. Мушкеты навели они на ассасина и его кобылу. Залп! Всем стало интересно, но подзорную трубу только один достал. Лошадка Рибертона спрятался за камень, переждал. Ну что, ублюдки, настрелялись? Теперь его черед настал. Еще прыжок слоумо, выстрел колено. По роже долбанул мушкетом, да так, что на горе услышали об этом. Не понял он урок, так получи весок. Прохнул и выстрелил, за телом спрятался. Ассасин еще жив. Дай посмотри. Все шел. Достал свой тамагав, пригнулся, крутанулся. Смерть! Парировал удары, выпустил кишки. Смерть! Огонь из всех орудий, на помощь побежали люди. Снаряд из пушки, бум! И танцы разлетелись, бум! Какая прелесть! Взгляд жертвы встретился со взглядом его убийцы. Бегите! В прыжке из лука сделал он победный выстрел. Стрела попала в цель, упал и пистолет осечку дал. Ужас в глазах, такой кончины он не ожидал. Удар индейец Кальта по-любому снял, но янки на фаталити смотреть не стал. Он же генерал, окинул взглядом армию свою, гордо вскинув голову, скажи спасибо ассасину новому. Орел летит над битвой раб. Красивый вид вдали в Assassin's Creed 3. 30 октября жди. Я спел на это литерал, теперь твой ход, Тоби.